Йоу, подписывайтесь и кликайте на колокольчик. Анвар. О, милая. Бедненький. Прости, прости, прости. Я пропустил ступеньку и упал с лестницы. О, малыш. Можешь мне, пожалуйста, нос почесать? Конечно. Так лучше? Да-да, сок, сок. Сейчас. Сок, дай. Лучше? Хорошо. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Анвар! Слава богу, ты жив. Прости, пожалуйста. Кэтрин? Кэтрин? Да ты... Челси. Челси? Анвар, что происходит? Ничего такого не происходит. Ничего такого, просто наконец-то моя лучшая подруга познакомится с моей девушкой. Я Челси. О, приятно познакомиться. И мне, Анвар. Слава богу, ты в порядке. О, привет, Лекси. Как ты тут? Хорошо. Простите, пожалуйста, а кто вы? В смысле, кто я? Я вообще-то его... Малыш, 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 малыш. Мои барабанные перепонки, вы, ребят, говорите так громко, не могли бы вы не говорить? Не говори, тихо, все, не говори, пожалуйста. Эй, Лекси, можешь мне, пожалуйста, принести молока из холодильника? Спасибо. Вот почему она моя любимая двоюродная сестра. Просто супер. Вон, держи, малыш. Малыш? Я же просил тебя меня так не называть, это странно. Я уже давно не малыш. Что? Я больше не ребенок. Анвар, вот ты. Миамур, а это? Сьюзан, я просто рада, что ты жив. Как ты? Мы так давно не виделись. Да, мы виделись буквально. Мы же с тобой вот... Репетировали, мы же с тобой... Вместе репетировали. Ну, мы с тобой не только репетировали. Ну, как бы ты еще это назвала, брось. Репетировали. Мы с ней репетировали. Анвар! О, боже мой. А это кто? Боже, кто она? Я никогда не видела. Дарина? Мама, что ты тут делаешь? Это ты что тут делаешь? Что ты? Простите, я слишком сильно уже запуталась. Тебе лучше объясниться. Просто... Это все просто сон. Мы все находимся в одном большом сне забона, да? Сон? Сон? Прикиньте, я не настоящий Анвар. Но если ты все не расскажешь, пострадает настоящий Анвар. Доктор! Мистер Джибави? Правильно, Джибави. Спасибо, доктор. Анвар. Грейс? Поверить не могу. Малыш, ты серьезно? Доктор, тут доктор Грейс. Анвар. Кто все эти женщины? Да, Анвар. Кто мы? Так много людей, семьи, родственников. Друзей и остальных. Ну и, конечно же, есть один особенный человек. Кто же это? Да брось, она сама знает. Скажи, что это я. Брось, ты его двоюродная сестра. Двоюродная сестра? Что? Она бы знала, она его лучшая подруга. Не-не-не, ты его лучшая подруга. Я вообще-то его девушка. В смысле, я его девушка? Где он? Малыш? Боже мой. Боже, Анвар, где ты? Здравствуйте, сегодня прекрасный день. Не прекрасней ваших глаз. Анвар? Сара? Да боже! Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось, поставьте лайк под этим видео. И не забудьте включить напоминания о новых видео.